Видео подготовлено специально для сайта onlinegdz.net. Здравствуйте! Сейчас мы выполним четвертое упражнение из рубрики «Это ты знаешь и умеешь». Прочитаем задание. Найди и выпиши имена существительные в единственном числе. Образуй от них форму множественного числа. Запиши. Обозначь окончание основы во всех словах, которые ты записал. Давайте выполним это задание. Гусь. Окончание нулевое. Основа гусь. Гуси. Окончание и. Основа гусь. Журавль – нулевое окончание, основа журавль. Журавли – окончание и, журавл – основа. Пруд – нулевое окончание, основа пруд. Пруды – окончание и, основа пруд. Птица – окончание а, основа птиц. Птицы – окончание и, основа птиц. Земля – окончание я, основа земл. Земли – окончание и, основа земл. Вода – окончание ан, основа вод. Воды, окончание «ы», основа «вод». Царь, нулевое окончание, основа «царь». Цари, окончание «и», основа «цар». Щука, окончание «а», основа «щук». Щуки, окончание «и», основа «щук». Олень, нулевое окончание, основа «олень». Олени, окончание «и», основа «олень». Орел, нулевое окончание, основа «орел». Орлы, окончание «ы», основа «орл». На этом все. Больше видео вы можете посмотреть на нашем канале. А если у вас есть вопросы, то задавайте их в социальных сетях. Ссылки под видео в описании. Спасибо за внимание.